Опять эта коза. Ну все, мое терпение кончилось. Доброе утро. Ну, вы все знаете. О, Анна Львовна, здравствуйте. Да вы сияете. А в анамнезе бессонная ночь по случаю вручения дипломов. Диагноз точный. Добавьте осложнение в виде ящика выпитого шампанского и почетный танец отличника на барной стойке. Вы окончили с отличием? Поздравляю. Спасибо. Ваш отец будет рад. А, кстати, где он сейчас, вы не знаете? На обходе. Инспектирует стажерус. О, душераздирающее зрелище, наверное. Вы подождете его в кабинете? Нет. Хочу на это посмотреть. Хорошо. Извините, я насчет жены, ее вчера привезли. Позже, мне сейчас некогда. Девушка, может быть, вы поможете? Я вчера звонил доктору, он сказал, что сегодня утром выпишут, а ночью что-то случилось и не выписывают. Ну, вы не волнуйтесь так, я попытаюсь что-нибудь узнать, а пока присаживайтесь. Все будет хорошо. Ну, вот и выздоравливаете. Добрый день. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте, все хорошо. Чья это больная? Моя. Вчера поступила с жалобами на боли в груди. Вскоре состояние стабилизировалось. Мой диагноз – невралгия. В стационарном лечении не нуждается, но сегодня… Она, похоже, отравилась чем-то. Родственники, знаете, тащат. Мам, я сам. Не уследишь. Я сам. Да, у больной действительно наблюдаются признаки пищевого отравления. Сегодня сделаем ей промывание, а завтра, скорее всего, отправим домой. Простите, пожалуйста, а у вас случайно десна не болят? Посторонних прошу не мешать. Десна правда болят, но раньше такого не было. Давайте посмотрим. Улыбнитесь. В операционную. Оперировать буду сам. Михаил Григорьевич. Все. Мое терпение кончилось. Чтобы я тебя больше в моей больнице не видел. Никогда. Михаил Григорьевич, Михаил Григорьевич, послушай. Что я опять такого сделал? Да я бы сама себе промывание сделала. Ведерной клизмой. У нее же прединфарктное состояние по всем показателям. И обострение пародонтоза на лицо. Ты как мог не заметить-то? Простите, доктор. Как она? Вы ее выпишете? Ее готовят к операции. К операции? Вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Отличная операция, пап. Не возьму я тебя, даже не проси. Тебе больше нечего делать в моей больнице. Ну почему? Потому что ветер в голове. Тусовки, наряды, подружки, черти что. Сегодня опять где-то всю ночь куролесила, а мы тут... Пап, я бы никогда не спутала инфаркт с пищевым отравлением. Не уверен. У меня красный диплом. Ты что думаешь, мне его за красивые глазки дали? Может быть, за твою фамилию? Возможно, именно за мою фамилию. Доктор, как там моя жена? Я не доктор, доктора там. А я так, потусоваться зашла. Напрасно вы были так строги с Катей, Михаил Григорьевич. Дайте ей возможность поработать с вами, показать себя. Ну, насколько я знаю, вы не всегда были великий Снегирев.
Вас ведь Борис Наумович с первой операции выгнал, а потом еще полгода к операционной не допускал. Я на свою репутацию всю жизнь работал. И не собираюсь ею рисковать. Спасибо, сказала бы. Папина дочка. От ее отца я тоже ни разу слова спасибо не слышал. Мужчина? Мужчина, вам плохо? Завязывает. Ты ему что-то давала? Да, он сердечник нашла в кармане нитроглицерин. А для начала надо было давление измерить. Да знаю я, пап, чем. Это муж той женщины, которую ты оперировал. Пошел прогуляться и почувствовал удушье. Хорошо, теперь будем кашлять. Смотрите, глубокий выдох и кашель. Поняли? Каша, я помню. Компенсация недостатка кислорода. Не знаю, как забыла. Угу. Бывает. Знание в аудитории и на деле – это, как говорят, две большие разницы. Завтра выходи на стажировку. В хирургию? Нет. Рано тебе в хирургию. Поработаешь у Анны Львовны в отделении вместо ее сына. Ну, это не обсуждается. И учти, у тебя испытательный срок до первого прокола. Окей, договорились. Договорились. Что стоишь? Бригаду вызывай. А, да, сейчас. Угу. Так, все, отдыхайте. Так, ну опять. Поудобнее. Оп, ложитесь. Отлично. Так. Угу. Супер. Так, вот здесь, чтобы было поудобнее. Нормально все? Все, отдыхайте. Что у вас? Пищевое отравление. Так, на промывание прямо по коридору налево. Вам помочь? А где женский туалет? Пойдемте, покажу. Не-не-не, я с ног валюсь. Опять сутки были. Сутки? Опять? Я смотрю тебя на работе, как ломовую лошадь использую. Да это заведующий отрывается. Все из-за своего сыночка. Подожди, а отец куда твой смотрит? А его что? Его все устраивает. Нормально, я же должна пройти курс молодого бойца. Анна Львовна, опять дежурство? Это, наверное, какая-то ошибка. Я же только что сутки одежурила. Не только что, а вчера. А сегодня ночью вы должны были отдыхать, не так ли? Где головной убор?
Где перчатки? Как вы себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Не смей появляться в больнице. А вы имеете право мне хотя бы слово сказать? Нет, не имеешь. Ты меня опозорила. Ты больше ни на что не имеешь права. Я ведь надеялся, что из тебя выйдет настоящий врач. Жаль, ошибся. Ты меня видела спящим на работе? Анну Львовну? Не здесь. Ни в какой-либо другой московской больнице ты больше работать не будешь. Я не позволю позорить свою фамилию. Сколько? 350 километров? Слушай, как же ты туда рулить собираешься? Скажи мне. Никак. Машину отцу вернула. Сначала поеду на поезде, потом на автобусе. Родители. Ну вот что тебе говорят родители? Мама плачет. Отец уверен, что сбегу. Конечно, сбежишь. Самое большее через месяц. Слушай, Кать, я тебе говорю, за 350 километров от Москвы нет вообще никакой жизни. Понимаешь? Там амбулатория есть, и меня там заведующие назначают. А, да, ага. Сейчас. Хорошо. Сколько? Этого хватит. Держите билет. Скажите, сейчас. А до поселка Октябрьский долго еще? До Катькиного поля не едем. До развилки только. Там другой автобус будет из райцентра. Прямо в Катькино поле вас и отвезет. А, подождите, а при чем здесь Катькино поле? Мне поселок Октябрьский нужен. Через 15 минут подъезжаем. А, так это он это есть. По документам Октябрьский. Но все по-старому его называют. Катькино поле. Деревня там когда-то была. Лет 100 назад. Там какую-то Катьку волки задрали. Но с тех пор так название и осталось. Катькино поле.
Отлично. Вить, иди есть. Давай вставай, я не буду разогревать. Сходи, папа, зови. Мама! Что? Что случилось? Очередное какое-то, с ним что-то не так. Где она? Кто она? Снегирёва Екатерина Михайловна, новый фельдшер. Я Снегирёва, но я не фельдшер. Я приехала сюда заведовать амбулаторией. Ну... Ладно, одевайся, потом разберемся. Пациент ждет. Наш доктор занят, и я за тобой пришла. Черт возьми. Почему вчера-то не вызвали? До заражения крови хотите довести? Я вообще за их здоровьем следить не обязан. Я им не начальник, не хозяин. У них свой бизнес, у меня свой. Больница надо. Райцентр. Так, успокоились. Не надо никакую больницу. Я врач. Я все сделаю. Сейчас разрежу, промою. Все будет хорошо. Ясно? Все. Тихо. О! Ты что сказал? Сказал, что ты ему ногу не отрежешь. Да ты у нас полегло. Еще какое? Ну, давай, заговаривай ему зубы. Расскажи ему о российско-китайских отношениях. Давай, пока я резать буду. Я, конечно, полиглот, но не до такой степени. Ха. Смешно. А вы без машины? Сегодня без машины. Ленечка, тебе чего?
заболел, что ли? Иди давай. Пошли. Назовите свое имя, пожалуйста. Вить, ну не помирай, Вить. Ну что ж такое, ну Витя? Да что ж ты мычишь-то, а? Ты детей настрогала, теперь я одна подымаю, ну Витя! Женщина, не мешайте. Попробуйте, пожалуйста, поднять две руки. Две руки. Скажи своим китайским друзьям, что за вызов врача они должны заплатить. У них есть какая-нибудь страховка? Сколько? У меня только вот. Саша, ты что, перестань? Ну а что перестань? Им начальство денег на руки не выдает. Ты видел, в каких условиях они живут? У меня курятники лучше. Ладно. Через пару дней заеду, проверю нарыв. В субботу заезжай. Они ко мне петь приедут. Петь? К тебе? Ну да. Я им караоке купил. А что ты ржешь? Китайцу без караоке тоска. Хуже, чем без водки. Поехали. Поехали. Да, слушаю. Так, Степаныч, никому не звони. Скоро буду. Давай. Ну? Ну, не отвечают. Да что значит не отвечают? Звоните еще раз. Звоните, звоните, пусть машину присылают. Его нужно срочно в больницу везти, у него инсульт. Максим Юрьевич, Витя помирает. Чего так? Сейчас разберемся. Отойдите, пожалуйста. Да вы кто такой? Я говорю, отойдите, пожалуйста. Ты хорошо меня слышишь? Ты меня хорошо, говорю, слышишь? Что он вчера пил? Да ничего особо не пил, я два постоя ему налила и все. Сама налила? Да. Он с рыбалки приехал, весь простуженный, колотил, опять городских на ночевку возил. Ну, для лекарства и налила, а сегодня вот. Так больно? Все понятно. Да что вам понятно? Его надо в больницу везти, у него инсульт. Не нужно его никуда везти. У него воспаление среднего уха, следствие переохлаждения. Уколы сама будешь ставить? Или Степановича прислать? Спасибо, Максим Юрьевич. Не переживайте вы так. Ну, это классический случай для начинающих перепутать симптомы инсульта и острого воспаления среднего уха. Кстати, Катя, а с вами в райздрайве тоже что-то напутали? Что вы имеете в виду? Ну, официально я не заведующий амбулаторией, а всего лишь исполняющий обязанности. Но руководитель мне не нужен. Елена Александровна, ну, это наш прежний фельдшер, она вышла на пенсию и уехала. Я просил прислать ей замену. А прислали вас. То есть вы предлагаете мне работать фельдшером? Нет, я не предлагаю. Ну, честно говоря, вам у нас вообще делать нечего. А, то есть вы мне отказываете? Вы и мне? Для вашего же блага. Вы человек не здешний. Ну, честно говоря, вам еще нужно поучиться, опыта набраться. Чтобы работать здесь, мне нужен врач-универсал. То есть получается, что я, закончив лучший медицинский вуз страны, причем с красным дипломом, не гожусь для вашей амбулатории? Не годитесь. Да это вы мне здесь все в пометке не годитесь. Здрасте. А вы еще кто? Ну, фармацевт, допустим. А вы наш новый фельдшер? Настя, иди, работай.
Кабачок! Привет! Не надо, Степаныч. Что значит не надо? Маргарита тебя, небось, не покормила? Выскочил со двора ни свет ни заря. Ешь, говорю. Эти из райздрава нарочно тебе эту вертихвостку прислали, чтобы поиздеваться. Я им этого так не спущу. Я в область поеду жаловаться. Пусть уже ответит, когда тебя заведующим назначат. Ты знаешь, что никогда... Надо подготовить дневной стационар для размещения двух больных. Их надо строго изолировать. Степаныч, ты посмотри, у нас аресты начались. Скажите, а за что хотите закрыть пациентов? Опять ошиблись в диагнозе, приняли вывих за агрессивное помешательство? У вас в поселке эпидемия ветрянки среди взрослых. Надеюсь, вам не надо объяснять, насколько это опасно. Первичная стадия ветрянки, как видите. Сыпь появилась сегодня. Высыпания незначительные, но уже есть покраснение слизистой во рту. Ну, что есть, то есть. Температура тоже поднялась. Степаныч, озвучь. У обоих 37,5. Субфебрильные показатели, значит? Температура невысокая, но это соответствует симптоматике. Ну, картина болезни, как я вижу, на лицо. Но осталось прояснить три момента. Первый вопрос. Где рыбачили? В поселке или на круглом озере? Ну, скорее всего, на круглом. Там нет комаров больше. Второй вопрос. Что глотали? Йод? Карандаш? Третий вопрос. Леденцы какие были? Вишневые? Или малиновые? Йод. Карандаш-то, он же может температуру до 39 поднять. Малиновые конфеты. Ну, в смысле, они лучше красят. Орлы? Хорошо, тогда четвертый вопрос. Зачем? Да мы просто пошутили. Да. Мы... Нам Степаныч в магазине все растрепало. Что новая врачиха ничего на это не соображает. Вот мы и решили ее разыграть. Степаныч. Ну, растрепала. Ну и что? Я должна смотреть, как эта вертихвостка себя доктор корчит, и молчать? Идиот. Какие же все идиоты. Значит, она... Напугал Кабачок, чего тебе? Ну, извини. А где тут у нас новая докторша принимает? Да, походу, нигде она уже не принимает. Да лучше подожди, пока Максим Юрьевич освободится. Вы Гену толкнули! Ой, Гену? Гену! Геночка, ты не пострадал? Что, если позволяете? Извините. Извините, понаедут тут. Как ты, рыцарь мой, а? Мальчик мой. Вы ничего не смыслите в профессии. Возможно, где-нибудь в Москве в каком-нибудь косметическом салоне. Ваш диплом с отличием пригодится.
Добрый день. Вопросик можно задать? А вы кто такой? Кабачок. Не подумайте, не из овощей, из телевизионной передачи. Кабачок, 13 стульев. Какие к черту стулья? Что вам от меня надо? В журналах пишут, болезнь лечится, а нам говорят, неизлечимо. Кто прав, а кто привирает, надо разобраться. Я к вам сегодня записался на прием. А зачем? С бесплатным рецептом, наверное. Почему с рецептом? Потому что ко мне больше незачем заходить. И в профессии я ничего не смыслю. А еще знаете что? Вы все здесь наглые и тупые придурки. Собираешься? Правильно. Держи. Дорогие, небось, жалеть будешь. А нам чужого не надо. Спасибо. Я на тебя жалобу хотела накатать. Из-за кабачка. Из-за какого кабачка? Ну, дед, на которого ты наорал, он у нас вроде как блаженный. Его жалеют все. У него жена больная. Сын 15 лет назад на мотоцикле разбился. Она, он с тех пор болеет. Скажи спасибо, Максим Юрьевич запретил. Молодая, мол, бестолковая, без нас еще споткнется. Автобус в район в 7 утра. А нет, так такси имеется. До города на машине меньше часа. Вызвать такси-то? Спасибо, я справлюсь. Ну, как знаешь. Молодец. Макс, как думаешь, мне в платье поехать? Или лучше брюки надеть? Ну, лучше в платье. Почему? Да потому что брюки надел я. Угу. Макс, ну хватит уже. Ну, решили тебе нервы немного потрепать и прислали дурочку. Ну, она сегодня уедет, а завтра они все забудут. Все будет по-прежнему. Ну да, точно. Все, все, вставай. А то нам до города час ехать. В кино опоздали. Ровно в 10 ляжешь спать. Ты мне слово дам. Раз дал, назад не возьму. Когда я тебя подводил? Никогда. Молодец. Алло. Да, мам, привет. Нет-нет, ничего не случилось. Я просто хотела сказать, что я возвращаюсь. Мам, все нормально. Просто так бывает. Что он сказал? Мам, я же слышу, что папа рядом. Что он сказал? А, он думал, что я хотя бы неделю протяну. Но ты ему передай, что он должен хоть иногда ошибаться. А работу мне нашел? А где? В институте красоты. Класс. Передай ему огромное спасибо. Все, мам, пока. Девушка, да, по этому адресу. Да. Через сколько я могу ждать машину? Почему так долго? Да, хорошо. Хорошо, я подтверждаю. Екатерина Михайловна! Екатерина Михайловна! Катя! Ирина Петровна моя опять. Максим уехал, а Степаныч, она же, конечно, ну, не доктор. Идемте. Идемте со мной. Выходите. Здравствуйте. Здравствуйте.
Все-таки привел. Ну зачем? Зачем ты беспокоил девушку? Я же приняла лекарство. Ириша, оно тебе не помогает. Почему не помогает? Помогает. Не сразу, конечно, но помогает. Знаете, он всегда так пугается, что мне просто смешно становится. А вы наш новый доктор. Да. Ну, измерьте мне давление, что ли, чтобы он не волновался. Ой, а у меня с собой даже тонометра нет. А у нас все есть. Вот. Хорошо. Сегодня обойдемся без скорой. Доктор мне сделает укол, и все пройдет. Правда, доктор? Да, но сначала я должна сходить в амбулаторию за лекарством для инъекций. Не надо никуда ходить. У нас все есть. Оно? Да, то, что нужно. Ну все. Теперь я хочу, чтобы вы поспали. Не хочу спать. Совсем. Он кабачок. Спит, как младенец. Хотя очень боится, что я умру. Он боится, а я не боюсь. Поэтому и живу, чтобы его не напугать. Мой отец говорит, что пациент должен хотеть жить, иначе нет смысла его лечить. Хотеть жить и не бояться умереть. Это разные вещи. Я ничего не боюсь. Я свое отбоялась лет 15 назад. Теперь только удивляюсь. Чему? Многому. Чаще всего тому, как люди мало думают о себе. Их заботит только то, что о них думают другие. Достаточно ли я успешен в чужих глазах? Богатый, красивый, влиятельный. Всем ли я все доказал? Или кто-то еще сомневается? Удивительно, правда? А вот то, что нужно им на самом деле, думают немногие. Обратно захотелось? Да пусти! Опустить? Да! Повезло тебе. Как вы? Нормально. Этого Облома Ленчик зовут. Он недавно откинулся из мест лишения свободы. А вас-то как зовут? А, Павел. Катя, очень приятно. Взаимно. А вы за Ленчика не переживайте, он больше не вернется. Как говорит моя матушка, молодец супротив овец, а против настоящего молодца и сам овца. Молодец это вы, как я понимаю. Ну да, еще не похож? Да нет, похож. Так же, как и я на овцу. А вы с юмором? Хорошо. Проще будет договориться. О чем? Посмотрите моих больных. Я вообще за Максимом приехал, но его нет. Вспомнил, что в поселке слух шел. А новый доктор же, ну, я к вам. Да без проблем, а что за больные? Молодые ребята, китайцы. Китайцы? Ну да. Да откуда у вас здесь китайцы? Так рядом со мной живут, морковку растят. Ну, землю берут в аренду и растят на продажу. Так, ладно, что с ними не так? А, у них, знаете, такая маленькая красная сыпь по всему телу. И температура. Пока не высокая, но бог его знает. Очень похожа на ветрянку. А я слышал, что ветрянка у взрослых людей – это очень опасная штука.
пошел вон. Вон пошел. Так, давайте попробуем сначала. Максим. Проснись, у нас есть еще полчаса. Я спать хочу. Приятненького. Спасибо. Опять вы со Степкой полночи свои «Звездные войны» смотрели? Ему пора вставать, бабушке идти. Ну, попроси свою маму сюда прийти. Не надо его будить. Нам со Степкой отель пора заказывать. Хорошо, что ты все помнишь, кому чего пора. Просто в Испании сейчас самый сезон, все на расхват. Я закажу. Вам в тот же, как в прошлом году? Угу. Максим, если ты считаешь, что Испания слишком дорого, мы можем не ехать. Просто Степке так понравилось. Я ведь сказал, закажу. Я все помню. И про новый телевизор с вогнутым экраном, и машину мы поменяем. Я все помню. Спасибо, что ты о нас так заботишься. Здоровья. А ты что, это по ночам девушек катаешь, что ли? Ага. До районной больнички и обратно. Пятерых китайцев моих с ветрянки отвезли. Настоящая ветрянка? А докторша не ошиблась? Она не всегда ошибается. Отчеты ветрянки нужно в райздрав отвезти. Пойдемте, покажете, как правильно писать. Слушаюсь. Но можно я договорю с товарищем? Навязали начальницу на мою голову. Ага. Покомандовать она любит. Китайцев моих построил. Любо-дорого посмотреть. Ни за что не хотели в больничку ехать. Так она так наехала, что гуськом, знаешь, машину. Я ей не китаец. Это да. Ты что здесь делаешь? А вы чего так рано? Чуть не уехала. Я перед вами отчитываться не собираюсь. Остаться хочешь? Не вздумай. А какое право вы имеете мной командовать? Если я решила остаться, я у вас точно разрешение спрашивать не собираюсь. Езжай к себе в Москву, я сказала. Нечего тебе здесь делать. Да. Пожалуй, останусь. Слушай, Макс, ну хуже было бы, если парня прислали. Представляешь, парень заведующий. Вот это проблема. А тут девчонка, ну, вредная. Зато из себя очень даже... Хорошо. И у меня глаз, что ли, нету. Все в порядке. Я не приехала, потому что я не уезжала. Ну, почему? Ну, пришлось задержаться. Ну, не знаю, на сколько. На неделю, может быть. На больше мне точно не хватит. Мамуль, ну, правда, ничего со мной не случится. Все будет хорошо. Да знаю я, что это гнусное место.
Мама, ты же меня знаешь, я сдаваться не собираюсь. Мам, ты мне рубашку погладила? Давно уже. Ну и где она? В спальне посмотри. Снимай халат, ложись поудобнее. Грусти. Смотри, какой чудесный день. Я тебе сейчас что-нибудь вкусненькое куплю. Яночка. О, Гена, пойдем. Нам грустить нельзя. Огурцы смотри, полей. А что потом-то? Что потом? Сейчас полей, пока не жарко. Зоя, здравствуй. Ой, Людмила Павловна, подожди. А что делаем-то с этой вьюгой? Ну, мороженое, которое привезли неделю назад. Срок реализации проверь. Если не вышло, продавай. Это какую клубнику? Огурцы, идиот. Так, все. Людмила Павловна. Меня не будет пару часов. Я договорилась. Сейчас Максим Юрьевич тебя примет. Спасибо, Степаныч. Ну, я к новенькой. Да на что она тебе? Она как врач ноль. Лишает, мозоли не отличит. Да ничего, у меня дело несложное. А с женщиной все-таки как-то попроще. Ну, иди. А что, можно? У нее никого нет? А к ней особо никто и не ломится. Разрешите? Так, Ключникова. Простите. Людмила Павловна. Людмила Павловна. Рассказывайте. Со мной все в порядке, я здорова. Ну, зачем пришли тогда? Невестка моя ушиблась. В ванной поскользнулась, ударилась, не дай бог. Тут синяк. Тут все тело болит. Боюсь, как бы не было переломов. Вы смогли бы ее посмотреть? Да, конечно. Говорите адрес. Домой к нам ходить не надо. Галя, ну, невестка моя, будет ждать вас в магазине. Вы не против? Не против. А магазин где? Это продуктовый в центре. Только сразу за мной не выходите, а маленько погодя. Подходите к служебному входу, я вас там встречу. А может, мне шапку-невидимку надеть? При чем тут? Ну вы же мне здесь сидите, сказки рассказываете. А я не понимаю, что у вас здесь происходит. Глубокий вдох ртом. Выдох. Угу. Вдох. Выдох. Одевайтесь. И когда вы упали? Вчера вечером при сне. Угу. А вы подскользнулись или почувствовали слабость, головокружение? Просто подскользнулся. И часто с вами такое? Нет-нет, первый раз. Если вы думаете, что у него болезнь какая-нибудь хроническая, этого нету. Переломов у вас нет, но необходимо обратиться в больницу. Возможно, повреждение внутренних органов. Нет, я не поеду в больницу. Зачем ей в больницу?
Синяки скоро пройдут, с кем не бывает. Вы выпишите обезболивающее, какой посильнее. Я съезжу в город, привезу. И мазь тоже выпишите. Только рецепт мне напишите. Боитесь, что он вас сильнее изобьет, если вы мне правду расскажете? Кто? Кто изобьет? Я не знаю, кто. Почему вы меня спрашиваете? Тот, кто вас постоянно избивает. Да что вы такое говорите-то, девушка? Как вас... Екатерина Михайловна. Екатерина Михайловна, вы что придумываете? Галя, вас вчера очень сильно избили. И сделали это очень осмотрительно, так, чтобы не осталось следов на видных местах. А еще вас избили примерно дней 5 назад. Могу попытаться назвать точную дату. Все, все, все. Вот какое мы возьмем мороженое, какое? Вот это мы возьмем мороженое, да? Какое? Нет, это мы не хотим. А это? Будем? Нет, не будем. Это не будем. Вот. Гена. А что вы так долго выбираете-то? Мороженое есть мороженое. Че копаться-то? Мне надо с Геной посоветоваться. Гена, вот эта синенька нравится тебе? Нравится? Вот. Ну, хорошо, мы возьмем. Синенькое мы возьмем. Вьюгу для Гены. Только для Гены? А вам? Мне надо беречь фигуру. Возьмем вот это, вьюгу. Да, Ген? Пойдемте. Сейчас, Геннасик. Сколько я должна? 50 рублей. Хорошо. Возьмите, пожалуйста. Да, идем. Пойдем, мой дорогой. Ну и жара сегодня, а? Ой, не говори. Скорее бы работу закончите на огород. Потому что если мой огурцы не полил, сгорели все. Мама, можно вьюгу возьмем? Бери. А может, вам лимонадику, а? Нет, нам мороженое. Сколько? 100. Сын это мой, Николай. Пожаловаться на него некому. Он у нас тут главный. Что значит главный? Авторитет, бандит? Бог с тобой. Глава администрации, вроде как мэр. Какой парень был, трезвый, дельный, как в гору пошел, будто подменили. Галь говорит, крышу сорвало. Озлобился, никому не верит, чуть что кулаки. И на Гале зло срывает. Слом кто поперек сказал? Или в этом интернете что про него пропишут? Вот, все, Галя виновата. Сердце мое крови обливается на нее смотреть. Я обязана сообщить об обоих в полицию. Не надо. Не надо никому сообщать. Он меня убьет, если узнает, что я кому-то рассказала. Да какую полицию это? У нас вся полиция Леха участковый. Ну и что? На вашем поселке свет клином не сошелся. Да у Николая в районе-то все куплено. А пока ты до области или до Москвы дойдешь, он Галю-то в гроб гонит со злости. Я обязан. Сообщите о криминальном случае в полицию. Это моя обязанность. Так правильно. Или вы что думали? Что я не смогу отличить побои от бытовой травмы? Ну, честно говоря, я так и думала. В поселке говорят, докторша глупенькая, мол, бестолковая. Ну, уж простите меня. Катерина Михайловна, Катя, я тебя очень прошу. Ну, не говори ты никому. Пожалуйста. Скажите, а зачем к вам приходила Людмила Павловна? У нее приступы мигрени на фоне менопаузы. Вы уверены? Да. А вы? Теперь каждый мой диагноз будете подвергать сомнению? Ну, так, спросил на всякий случай. Простите. Да? А вы когда-нибудь осматривали невестку Людмилы Павловны, Галину? Нет, мне Галина никогда ни на что не жаловалась. А почему спрашиваете? Доктор! Доктор, помогите! Здравствуйте! Доктор, помогите, спасите Гену! Ему так плохо! Ему очень плохо!
Вам нужно к ветеринару. Я черепах не лечу. Яна разумное существо. Он ел человеческую еду. Ему нужен человеческий доктор. Да что за чушь вы несете? Вы вообще понимаете, что вы говорите? Изабелла Юрьевна. Извините нашего нового доктора. Она просто не знакома еще с Геной. А что произошло? Чем он отравился? Гена мороженое ел. Мороженое? Да, он съел целую ложку в юге. В юге? Так мороженое называется. А, ну понятно. Спасибо. Вы сейчас ходите в аптеку к Насте? Да. И скажете ей, что я велел дать Гене рвотное. 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 Поможет? Обязательно. Только принимайте на кончике ножа. Да. Да? Запомнили? Да. И обязательно сходите к ветеринару. Его консультация необходима. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания, прошу. Прошу. Спасибо. Пожалуйста. Что это было? Он съел целую ложку в юге. Эту даму зовут Тортилла. Просто кроме Гены, у нее никого нет. Боже, куда я попала? Что у вас здесь происходит в вашем Катькином поле? Юрич, Маня Мухомор звонила. Похоже, у нее дети мороженым отравились. Как мороженое называется? Что-то она сказала. Метель какая-то. Вьюга. Значит так, Катя, вы в магазин, а я снимаю халат и к Мане. Юрич, пиджак не забудь! Да, Степаныч, чего тебе? Так, что я должна знать? А при чем тут новый доктор? Как же я проглядела-то, господи. Ну, вроде все мороженое же свежее. Да я тебя спрашиваю, торгуем вьюгой или нет? А ты мне такая говоришь, да, торгуем. Правда, что ли? Это я так сказала? Ну что, я врать буду? Не помню. Видно, я тебя не расслышала. Голова не тем была занята. Много еще продать успели? Это Тортилья, потом Манька Мухомор. В смысле Мухомор? Ну, это долго рассказывать тебе. Ой, так еще же приходила ее соседка с ребенком. И парень такой молодой, вот имени его не помню. Вот он 5 пачек взял. Ой, все, выбрасывай. Николай меня, конечно, за такие убытки не похвалит. Лучше выбросить от греха подальше. А Николай это что, ваш сын? А он здесь при чем? Так это его магазин. Я только числюсь хозяйкой. Эй, глава! Ну что, сейчас-то под суд пойдешь, а? Или опять соскочишь? Чего у тебя там в магазине? Червей, что ли, в муке нашли? А? В штанах у себя червя поищи, может, что и найдешь. Ты куда смотрел? Слышь, ты чё, а? Чё? Ничего. Чё, дуй отсюда. Ну-ну. Алло, власть. Доложили уже? Тортилла. Весь поселок на уши поставил. Коля, познакомься. Это вот наш новый доктор. Добрый день, доктор. Ну что же так, второй день у нас в поселке, а так до сих пор и не познакомились. Вам же кажется, Катей, да, величает? Екатерина Михайловна Снегирева. А я Коля. Просто Коля. У нас здесь все свои.
Вы меня простите, но я обязана сообщить об этом инциденте в районную санэпидемстанцию. Вот как? Интересно, вы к своим обязанностям относитесь. У вас сколько обращений по поводу отравления мороженым было? Лично ко мне нисколько. Но этим занимается Максим Юрьевич. А вы о чем хотите сообщить? Об отравленной черепахе? Вы правы, наверное, не стоит. Я тоже так думаю, не стоит. Я так понимаю, все остальные остатки мороженого уничтожены. Но, как видите, инцидент исчерпан. Нет, не исчерпан, подождите. А как же остальные больные, которые купили мороженое? Вот об этом я как-нибудь с Максимом Юрьевичем договорюсь. Решим проблему. Всего доброго, Екатерина Михайловна. Пойдем-ка поговорим. Нет, подождите. У меня к вам есть еще один разговор. Да, я вас внимательно слушаю. Дело в том, что... Ее, Коля, поселили в старый амбулаторный дом. Там лет 100 никакого ремонта не было. Надо бы доктору помочь. Я вас услышал. Примем меры. Пойдем. Ну-ка. Бери. Пойдем. Пойдем, пойдем. Куда? Пойдем. Ну куда? Участок. А что я сделал, чтобы меня арестовывали? Мне надо тебя арестовывать. Проведу беседу, отпущу. Да не хочу я с тобой беседы беседовать. Да понял я, понял. Все, поговорили, понял. Смотри у меня. Привет, Кать. Привет. Слушай, а ты сегодня что-нибудь ела? В смысле? В прямом. Садись. Красиво тут, правда? Угу, очень. Че, вкусно? Не то слово. Знаешь, я вообще не ем ни майонез, ни картошку. Я просто 2 дня ничего не ела, такая голодная. О, ну это ты зря. Ты так рискуешь потерять свой красивый цвет лица. А я не знала, что в поселковом баре могут готовить такую вкусную еду. Ой, у нас и бары, и рестораны, и столовая, кафе, все в одном месте. А бар называется, потому что так шикарнее. Тонька, ну, хозяйка бар, она, знаешь, любит шикануть. Помню, в детстве в школу пришла вот в таких вот серьгах. Ни за что снимать не хотела. Пришлось мамку вызывать. Скажи, а ваш мэр, он, то есть глава поселка, он как, местный? Ты его хорошо знаешь? Коль Кольч? Угу. Да, конечно, он года на 3 в школе старше меня учился. Угу. Капитан баскетбольной команды, чемпион. А ударить кого-нибудь мог бы он? Коль Кольч-то? Да вроде за ним такого не замечалось. А что ты спрашиваешь? Нет, так, просто складывается впечатление, что вы его здесь и боитесь. Да никто его не боится. Не, Коль Кольч, он не по части мордобоя. Он такой, знаешь, 4 года церковь строит. Если у кого решит денег отжать, то требует на благотворительность. Ну, на церковь, то есть. Угу. Надо в бар возвращаться. 5 минуточек, ладно? Ешь, ешь. И поедем. Кого мы видим, а? Надежда просто сельского хозяйства страны. Хочешь сказать, на меня, кроме страны, надеяться некому? Не знаю. Смотря как у вас дело с импортозамещением обстоит. Ну, с этим у нас все хорошо. Мы кого хочешь заместим. Многих даже вытесним. Какой у вас, однако, бизнес-план смелый.
Справитесь? Да уж не подведем. Кого? Страну. Ты новый доктор, что не сильно напугал своими темпами производства? Донесли. Конечно. А ты как думаешь? Вы от Мани? Ага. Ну, как они? Да все в порядке, вовремя спохватились. Я разговаривала с Зоей, продавщицей в магазине. Она сказала, что мороженое продали какому-то парню и соседке Мани. Мам, смотри, там дядя Максим! Тише. Видишь, он занят. А вот парень с 5 брикетами в юге... пока не найден. Нам же нужно в район сообщить о случаях отравления. Не было никаких случаев. Как это не было? Ну, никто из пострадавших не будет заявлять, что отравился мороженым. Официально глава поселка не имеет отношения к магазину. Он принадлежит его матери. А ей никто неприятности желать не будет. Людмилу Павловну уважают, жалеют. А жену Ключникова не жалеют? А что вы имеете в виду? Кать, а вы загадочная девушка. Всего в Катькино поле 3-й день, а какие-то тайны. Ничего не хотите мне рассказать? Хочу. Юрич, здорово. О, здрасте. Здрасте. А я за тобой. Mm-hmm. Ты не своя поедешь, Игорь? Или как? Ну, садись. Сейчас. У меня сейчас одно дело. Давайте встретимся здесь через 2 часа и все обсудим. Хорошо? Хорошо. Поехали. Екатерина Михайловна, можно вас? Здрасте. Так, ну давай смотреть. Держи руку. Так. Ну, это просто царапина. Для беспокойства поводов нет. Маза зеленка и все. Да? Да. Спасибо, Катя. Можно же вас Катей называть? Да, конечно. Максим всегда переживает, когда Степка поранится. Настаивает, чтобы раны были как следует обработаны. Максим Юрьевич, отец мальчика? Максим мой друг. Он был другом моего папы. А теперь мой друг. Мы уже 3 года вместе. С тех пор, как отец Степа... С тех пор, как он погиб. Теперь Максим для нас со Степкой главная опора в жизни. Так вы говорите, ничего серьезного? Ничего серьезного. Ну, давай свой палец. И что на этот раз? Коклюш или воспаление пяточной кости? Типа того. Я это, мороженое съел, которое отравленное. Не отравленное, а испорченное. Да? А выворачивает, как от отравленного. Так это ты, что ли, 5 пачек съел? С кем ел? Так а я это, в одно лицо я. Диарея есть? Чего? Понос есть? А, нет, нет, меня рвота только. Степаныч! Оу! Помощь нужна.
У меня тут больной с отравлением. Надо бы клизму сделать для устранения интоксикации. Клизму? Да побольше. Что, Коренька, заболел? Степаныч, не надо клизму. Пойдем, там тебя никто не обидит. Степаныч. Никто не увидит, никто не услышит. Степаныч. Пойдем. Степаныч. Топли. Спасибо, спасибо. Спасибо тебе, Макар. Кеш, ну как ты себя ведешь, а? Ну как? Я тебе что велел? Да не могу я его выпустить, его кошки съедят. Ты правильно сделаю. Лех, отдай. Не могу я эту скотину видеть. Как подумаю, что она меня на 100 лет переживет, так прямо сразу башку открутить ему хочется. Я выпущу. Ей-богу, выпущу. В лес отнесу и выпущу. Видишь, Кеш, как получается? Из постсовета звонили. Откуда? Ну, поселковая администрация, постсовет по-старому. Спрашивали, что там у тебя не так в твоем доме. Я сказал, дом как дом, жить можно. Попросил только, чтобы торф привезли. Торфу зачем? Для уборной дерьмо засыпать. К осени удобрение будет. Хоть какая-то от тебя польза. Привет, доктор. Скучал по мне. Ленчик! Ленчик! Ну куда ты пропал? Пойдем, водка стынет! Ну не переживай, я тебя не брошу. Доктор, как я рад вас видеть. А вы что же, не уехали в Москву? Да нет. Хотела Ирину Петровну навестить. А я вам не помешала? Ничего страшного. Я тут кое-что своровал. Катя, как же я рада, что вы пришли. А вы не уехали в Москву? Пока нет. Вы как себя чувствуете? Я чувствую себя замечательно. Ну что, своровал? Лехе до него не добраться. Хорошо. Леха – это наш сосед. Участковый милиционер, то есть полицейский. Алле! А? Пан, вот труба. Да что здесь происходит? Черепах в корзинках носят, попугаев воруют. Да. Да. Что творится в вашем Катькином поле? Катенька, а вы оставайтесь.
Сами во всем разберетесь. У нас много чего интересного происходит. Добрый день, Галина. Здравствуй, Максим. Как у вас дела? Спасибо, хорошо. Пойдем, я провожу. Папа, привет. Сегодня второй день моей самостоятельной работы. За день 5 китайцев с ветрянкой, пищевое отравление и травмы, пока еще совместимые с жизнью. Что лучше для пациента, сохранить его тайну или раскрыть ее для его же спасения? Вот если бы ты был рядом, я бы у тебя спросила. Но я здесь одна, без тебя и вообще без своих. Вокруг все чужие. Я никому здесь не нужна. Правда, есть пара забавных стариков и еще один местный врач. Но он какой-то непонятный, не знаешь, чего от него ожидать. Десятки точно хватит? Ага. Прям точно? Держи. Спасибо. Ты? Нет. Участковый уполномоченный, капитан полиции Кузьмин. Снегирева Екатерина Михайловна. Далеко торопитесь, доктор? На работу, очевидно. Разрешите навестить вас на рабочем месте? А если я не разрешу? А все равно навестить? Так точно. Ну, как тебе, доктор? В прикладном отношении экземпляр интереса не представляет для меня. А в остальном, глядим, каково соотношение душевной мерзости на килограмм весу. Но совсем без душевных мерзостей экземпляров не бывает? Никак нет. И тебе это хорошо известно. Пользу счет. Догадайся. Догадаться нетрудно. Чемпион всем известен. Будешь стоять ничья. А может быть, это останется? Можем взять дополнительное время. Не, не могу. И так весь день пропал. Завтра вставай засветло. Прям так уж и пропал. Ну, не пропал, не пропал. Не, нашелся. Да ничего такого особенного я вашему главе не собиралась сообщать. Просто хотела сказать ему, что меня поселили в ужасных условиях, и все. Больше я ничего не имела в виду. Вы хотели поговорить со мной о Галине Ключниковой. Это как-то связано с разговором, на который вы хотели вызвать Николая Николаевича? А вообще, почему вы меня допрашиваете? С какой стати, а? Мы только хотим, чтобы все вопросы, которые вас беспокоят, мы обсудили среди своих. Не надо выносить ссоры из СБ. Вам же хуже будет. Ребята, а можно я тут постою? А то как будто я подслушиваю. Паш, как ты вовремя? Тебе чего? Вообще-то я за курткой приехал. И меня заодно забери. Отвези меня домой, пожалуйста. Не вопрос. Вы же не станете меня задерживать? До свидания. Открой дверь!
Открой. Убирайся отсюда и больше никогда ко мне не подходи. Иначе я тебе такую дозу вколю. Ты заснешь и не проснешься. Ясно тебе? Пошел вон. Коля, отпусти меня в Воронеж. В Воронеж? К маме. А зачем? Я 2 года ее не видела. Нет. Грустно. Коля, я 2 года как в клетке. Клетки? Коля, пожалуйста, не надо. Да. Так. Добро, я понял. Давай. Давай ключи. Зачем? У тебя сегодня другое задание. Значит так, смотри. Опять Куль-Кольч каких-то привез Соловьев-разбойничков. Хочешь, скажу, что тебя нет? Не надо. Как тебе только с души не воротится с ними в ушницы? Степаныч, ты 30 лет клизму ставишь. Тебе от этого с души не воротится? Да кто тебя не волит с ними знаться? Ты что, Кольку боишься? Уже 3 года прошло, ничего он тебе не сделает. Я никого не боюсь. Ну и движешь спортивный интерес. Физкультурой решил заняться? Футбол с ними играешь? Спортивный интерес не всегда имеет отношение к физкультуре. Стяжательство, Степаныч, оно же алчность, страсть к наживе. Очень современный вид спорта. Юморист. Шумякин, ты скажи, что ты опять туда полез? Ну, сколько раз я ему говорил, ну зачем ты на эти дачи лазишь? Ну, нечего тебе там делать. Знать не знаю никаких дач. Это мои огороды, отцовские, дедовские еще. Их ему советская власть выделила. А нынешняя власть их у меня отняла. Так я тебя в поселок отвезу, в амбулаторию. Ну, вот это хорошая идея.
Матери не говори. Давай, езжай уже. Видал? Пол упаковки снотворного умыкнула вчера. Наркоманка, говорю тебе. Небось, поэтому из Москвы сбежала. Прихватили ее на чем-то, вот и сбежала. Не говори никому. Я разберусь. Одну минуточку. Что значит одну минуточку? То и значит. Мне нужно отлучиться на полдня. Мое отсутствие советую вам быть осторожнее с диагнозами. Спасибо. Но я в ваших советах не нуждаюсь. За снотворное прошу отчитаться как положено. Если оно снова вам понадобится, то... Угу. Что у вас с лицом? Что у меня с лицом? У вас просто один глаз больше другого. Как ты знала? Ничего смешного нету. В этом гадюшнике, куда меня поселили, окна настолько грязные, что даже свет не проходит. Накрасить нормально просто невозможно. Мы ночевали дома? Да. А мне кажется, я же не обязана перед вами отчитываться, где я ночевала. Здрасте. О, Паш, привет. Что-то ты сегодня рано, не ожидала тебя увидеть. А я что-то... Я что-то страсть как хотел тебя увидеть. Дома не мог сидеть. Слушай, так я же пациента привез. А? Наш славный лесник Шемякин опять полезет к дачникам, правда искать? Да ты что? Ну да. А я посмотрю, то у нас сейчас, Паша, карета скорой помощи, да? Ну и где твой пациент? И что это было? Где было? Развлекаешься, да? Тебе вообще все здесь по приколу. Ты же, наверное, сюда приехала, чтобы доказать кому-нибудь, что ты настолько крутая, что можешь выжить среди дикарей. Крутая Катя в диком Катькином поле. Красиво. Где пациент? И не за себя обидно, мне за Макса обидно. Просто смотреть тошно, как ты из него дурака делаешь. Да мне плевать на тебя и на твоего Макса. И вообще на все это ваше Катькино поле. Я скоро уеду отсюда. Никогда больше сюда не вернусь. Из кабинета выйди. Я сказала, из кабинета вы... Разрешите войти уже. А вот и пацан. Так точно. Был покусан сегодня утром при попытке пройти к собственным огородам. Шемякин, кончай грузить. Доктору плевать на наши подробности. Проходите на кушетку. Так, ну, рассказывайте. Да огороды у меня были у реки. Сколько себя помню, столько это наша земля была, потомственная. А теперь там одни дачники московские. У всех бумаги от главы нашего Ключникова. Как так и надо. Так, ну, сейчас посмотрим. Давайте аккуратненько. Так. Опа. Ну, рана не глубокая, но швы придется наложить. Доктор, вы мне документ напишите официальный. Когда-никогда, а я гада этого, главу нашего к порядку пристрою. Напишите. Ну, конечно, напишу. Не беспокойтесь. Катерина Михайловна. На два слова. Ключникова не связывайся. В поселке и так уже болтают, что на него бочку качешь. А ваш Ключников, похоже, редкая скотина. Тихо ты. Какой-никакой, он свой, понятный. Мы к нему привыкли. Вот начнешь мутить, нам же хуже сделаешь. Ну и сама дерьма наглотаешься. Так ты его боишься? Альфа-самец. Наська!
Че это ты там делаешь, а? Смотри мне. Еще раз Антонине наболтаешь что-нибудь про меня и про нее, я твою фотку своим китайцам отдам. Зачем? Зачем, зачем? Ихний шаман тебе по фотке венец безбрачия наколдует. Нет у китайцев никаких шаманов. Шаман у этих. У чукчей. Образованный ты более, Наська. Точно в девках останешься. Такого мужика украдали. Где эта тварь? Надо же. Заговорил. Столько лет молчал. И на тебе. Я проглядел. Кошка его все-таки достала и сожрала. Такого мужика украдали, украдали. Смотри, не сожрала. Живучий. И разговорчивый, как оказалось. Ириша, а что это он болтает Лешкиным голосом? Кого вы угробили? Да они его купили. Да вроде год 3 назад. Ну, вот тебе и ответ. Показывайся. Ты пойми, если что другое, конечно, к Максиму Юрьевичу пошла бы, но... Но тут дело такое... Он все-таки мужик. Тут стых и страх. Температура, кашель? Нет. Пятна на слизистой. Что? Во рту на небе. Не смотрела. Ты пойми, чтобы я с чужими когда-то никогда. Вот, вот все грехи мои здешние тебе кто угодно подтвердит. Ну а тут этот дачник. Обходительный сволочь такая. Закройте рот. Откройте рот. Я даже не знаю, откуда он был. Он уехал на прошлой неделе. Ищи теперь его. Рот закройте. А теперь молча открывайте. Угу. Угу. Да, пятна есть. Мамочки. Идите домой, закройте окна. У вас может появиться светобоязнь. Муж, двое детей. Придется им куда-нибудь уехать. Ваша болезнь опасна и заразна. Ой, мамочки, за что ж мне ждать такая? Боже мой, мамочки, за что же наголонка моя такой? Боже мой, мамочки. Так, ну все, все, все. Успокаивайтесь. Идите домой, выполняйте все мои указания. Я приду, проверю. Что-то они сегодня у тебя какие-то... поджары. Так, может, покормим их? Пусть бока нагуляют. Ой. Нет, ты сам посмотри, что это? Чё-чё? Куры? Матушка своими руками их ощипывала, опаливала. Для тебя, между прочим. Ты посмотри. У тебя курицы что, комсомолками были, что ли? Посмотри. Так, я не понял. При чем здесь их партийная принадлежность? А что их как будто пытали, я не знаю. Знаете что? Не нравится товар? Пытали. Мы и других покупателей найдем. Да ну и варят что-то своим товаром. Ничего себе, покупателя он нашел. Ты посмотри, по товару у него прямо невиданный.
Знаешь что? Мы других поставщиков найдем. И можешь не сомневаться, получше прежних. Так, что надо? Тонечка, сегодня по телевизору матч будет интересный, и я зайду к тебе посмотреть. У меня сегодня девичник. Мужчинам вход воспрещен. В честь чего девичник? Замуж, что ли, собралась? Знаешь что? Мне повод не нужен. Я себе придумала девичник, и я буду праздновать. Назло всем! Да ладно. Ты реально прям так и сказала? Скотина ваш ключник? А то не скотина. Ну, это, конечно, да. Настя, скажи, пожалуйста, кто у вас обычно вакцину заказывает? Ты? Не, вакцина не я. В прошлом году, когда прививки делали, Максим Юрьевич сам в больницу ездил. Здрасте. Здравствуйте. А что у вас здесь происходит? Ну-ка, возьми ребенка. Я? У тебя руки-то не дрожат, не уронишь. Так, получается, привез у твоего парня целых полкило. Многовато вообще-то. Завтра зайди к Максиму Юрьевичу и расскажи, чем кормишь. Так. Так. Угу. Что это было? Это вас так младенцы взвешивают? У вас нормальных детских весов нет? Да мало ли что у нас нет. Максим Юрьевич, он сколько заявок на весы написал, все никак не пришлют. Транспорт у вас есть? Ты зачем? Хочу в город за вакциной съездить. Взрослой пациентке корь. Нужно делать прививки всем, кто был с ней в контакте. Какой пациентке? Мария, не помню, высокая такая, волосы темные с кудряшками. А, Маня, мухомор. Так это ж полпоселку надо прививки делать. Распорядитесь насчет транспорта. Да нет у нас транспорта, уже второй месяц как нету. Старая машина развалилась, новую никак не пришлют. Максим Юрьевич, он сколько заявок уже написал? А ваши исполняющие обязанности, кроме как заявки, оставлять что-нибудь умеет? Лечить. О, власть. Здравия желаю. Здорово, Шемякин. Видал? Уже собаками стали травить. На моей земле меня же чуть не загрызли. Во, доказательство налицо. Так ведь не загрызли, а доказательство твое до свадьбы доживет, извини. До серебряной. Я так понимаю, что ты этому ходу не дашь. Ладно, я выше пойду. Мне докторша новый такой документ написала. Сейчас в администрации разберутся. Стоять! Ко мне! А ну-ка, покажи свой документ. Ага, сейчас, нашел дурака. Я сказал, покажи документ. Такого мужика угробили! Мужика угробили! О, тварь! Тварь! Почекай трошки! Что это она задумала-то? Да не переживайте вы так. Верну в целости и сохранности. Съезжу в город за вакциной и вернусь. Поселок спасать надо. Вы знаете, девушка, как вас? Екатерина Михайловна. Екатерина Михайловна, в поселке тут про вас разные говорят. Откуда мы знаем, куда вы на нашей машине уедете? Вы можете служить сплетни сколько угодно. Пока эта болезнь вас не коснется. А корь в вашем возрасте смертельно опасна. Это я вам как врач говорю. В каком таком возрасте? Потап, дай ей машину. Она вернет. Не беспокойся. Смертельно опасное главное. А при чем тут корь? И возраст.
Что-то она не договаривает, эта докторша. Пойди ее разбери. Так, сбегай к Маньке, разузнай там все. Точно. Инструкции написаны для дилетантов. Я без них знаю, как проводить вакцинацию. Дилетанты к вакцинации не допускаются. Читайте. А может быть, мне вам еще расписку написать? С инструкцией ознакомленность? А будет не лишним. Хорошо. Ну, а тогда и вы напишите мне расписку. И какую же я вам должен расписку написать? Что в течение месяца вы предоставите в Катькино поле, точнее, в поселок Октябрьский, медицинский транспорт и весы. Какие еще весы? Детские весы. Чтобы в обнимку с родителями детей не взвешивали. Слушайте, я понял, кого вы мне напоминаете. Вы дочь Михаила Снегирева. Я думала, вы знаете. Да, мне сообщали, но я забыл. Теперь вспомнил. Ну что, сейчас уже вашего отца не бьют, да? Бьют? Да его вообще никогда не били. Чего же? Я бил. Вы? Ну, в профилактических целях. За непомерное самомнение и упрямство. До третьего курса бил, а потом я перевелся в Ленинград, в военно-медицинскую академию. Вот. Уверен, Михаилу Григорьевичу наше общение пошло на пользу. Вы дрались с моим отцом? Ведь все прокипятило. С хлоркой вещи хорошие, жалко выбрасывать. Я для детишек и для мужа да ничегошеньки не жалела. Че ты ревешь? Рехнулась совсем? Че ты из дома-то нас гонишь? Фисенька, прости. Прости меня, виноватая перед тобой. Прости, прости меня, сволочь последняя. И это она задаченька кается с того, что на прошлой неделе уехал. Ой, ну кончай убиваться. Первый раз, что ли? Что ты голосишь? Что ты устроила шоу-то? Не касайся, я заразная! Начинается новое шоу. Деревня. Чудо чудес. Мань, да ты ошиблась, пойди. Ты у доктора была? Так она мне и сказала, что болезнь у меня страшная, чтобы детишек и мужа подальше, чтобы окна закрыла. Чтобы ни в какие половые контакты не вступал. Ну какие? Какие половые контакты? Недописен, когда на душе плесень. Ой, что за болезнь такая, а? Ой, спит, наверное. Что ты несешь? Какой спит? Да будет она так и за коре сплошалась. Здесь что-то пострашнее будет. Кто сплошилась-то? Докторша? Докторша говорит, мне срочно нужна ваша машина. Еду в райцентр сообщить о кошмарной болезни. Возможен смертельный исход. Дать бы и по шее. Кому, пап, мамке? Докторша, чтоб знала, что говорит. Так, остаешься за старшего, чтоб со двора никуда, понял? Да. Так, бабоньки, а ну-ка, расступились. Ла-ла-ла. Гадать нечего, точно спит. Ой! Скажите, а если бы вы учились с Максимом Юрьевичем, вы бы тоже его били в воспитательных целях? Пожалуй, это он бы меня бил. Я бы к нему не имел никаких претензий. Максим зря бить не станет. Ну, тогда почему вы до сих пор его не назначили заведующим амбулаторией? Да потому что я не имею права назначить руководителем человека, который осужден на 5 лет. Условно. За что? За убийство. Thank you.
Так, живой? Эй! Нифига себе. По нужде сходил. Эл! Что там у вас? О! Пациента прям в кустах нашла? Да я его сбила, кажется. Нет, мне надо в бар. О, наш человек. Правильно? В баре прямо подлечимся. Видимо, ничего серьезного, да? Мне надо в бар выступать, я стриптизер. Добреть, наверное. Я стриптизер, меня ждут, мне надо в бар. Посттравматический синдром. Скоро отпустят. Значит так. Вези его в амбулаторию. Я попозже подъеду. Мне просто нужно взять машину. Хозяевам. Степаныч за меня поручилась. Ты вези аккуратно, ладно? Ну ладно. Мне нужно в баре стриптизер. И это моя машина. Тихо. Я тебя отвезу. На твоей машине, окей? Давай, поднимаемся. Сейчас, отвезем тебя в амбулаторию. Доктор тебя там осмотрит. Подлечит. А? И все будет хорошо. А ты езжай, езжай. Угу. Слышь, рептизер, может 100 грамм со страху-то? Нет, я не пью. Коньяк его никто и не пьет. Его принимаю так, для лекарства. Да. Давай. Еще. Опа! А? Хорошо? Ну что, поехали? Да что случилось-то? У Маньки спид нашли. Ой, мамочки, доигралась. Стой! Что за шокер? Куда все бегут? Маньку мухомора сжечь. Спит у нее. Чего? Ну, Маня, не дай бог. Тихо. Просыпаемся. Стой, ты до кого это притащил? Да, это стриптизер один. Я ему немного коньяка налил, а он вырубился. Его Екатерина Михайловна на развилке там сбила. Екатерина Михайловна? Да выслать ее к чертовой матери без права въезда из Каткиного поля. Чего стоишь? Помоги его занести. Давай. Давай, держи. Пойдем. Дети, домой быстро. Сережа, быстро домой. Всю деревню загрозят, а? Конечно, сейчас. Да вы что, обалдели, что ли? А что, ты не знаешь Майку Мухомора? Она же сейчас спидом весь поселок заразит. Да какой спид? У нее корь. Если она даст концы, даже будет лучше. Ни осуждения, ни болезней. Да, Ген, да правильно Тортила говорит. Мы сейчас подожжем Маньку, она нам потом спасибо скажет. И ей вечная память, и нам спокойнее. Ну ты на кого руку подняла? На народ ты руку подняла? Ну ты что, ты же растение сейчас? Ну-ка, подожжу! Ну как он? Да нормально все. Ну, разморило немного пацана. Что-то такое. Выйди быстро. Выйди. Да, понял. Сейчас ты пойдешь со мной. Да никуда я с вами не пойду. Чего вы командуете? Я весь поселок убежден, что ты обнаружила, ума не спит. Сейчас ее сожгут, и ты виновата будешь. Да я сказала ей, что у нее корь.
Или не сказала? Сейчас ты пойдешь со мной к Мане. Вот сама заварила эту кашу, сама будешь расхлебывать. Как? Я не знаю. Где он? Не знаю, куда делся. Может, вызов как у деревни был, а может, на рыбалку сорвался. А телефон там не всегда берет. Осторожно, тележка. Чего? Осторожно, тележка, говорю. Слушай, иди ты в баню. Ну, точно в баню. Товарищ полковник. Какой тебе полковник? Выпьешь со мной. До ночи так пить будет, пока не свалится. Завтра к обеду отоспится. Завтра будет поздно. Такого мужика угробили. От кори можно умереть. Или ослепнуть к чертовой матери, или оглохнуть. Этот вирус летучий, вот он есть, и вот его нет. Через 2 недели вся зараза ума не исчезнет. Да, знаем, как исчезнет. Панику сеять не ходите. Спит у Мани. Ну где все, а то я тебя сожжем. Да я тебя сейчас сама подожгу. Все, народ, за мной жечь, гадину. Давай заразу. Подождите, подождите. О, докторша, ну красавица наша. Ну-ка скажи, спит у Мани? Или вообще сиживаешь, а? Что ж ты такое говоришь при детях, а? Да ладно, дети, да, не знаю. Правда, детей что-то Я во всем виновата. Я просто не объяснила. Да что ты мямлишь-то? Говори толком. Доктор ты или размазня? Да просто недоразумение. Да ладно, знаем ваше недоразумение. Вот такие недоразумения у докторов здесь. Недоразумение. Ты сама не доказала. Если вдруг завтра у вас найдут СПИД, а потом у вас и у вас двоих найдут СПИД, что вы будете делать? А с какого такого перепугу у нас СПИД найдут, а? Потому что СПИД это тоже болезнь, и заболеть может каждый. И что? Если вы все здесь заболеете, будете друг друга сжигать вместе с вашими домами? Нету у Мани никакого СПИДа, у нее корь, обычная корь, взрослая корь, но она опасная очень, от нее тоже можно умереть. Я... просто не объяснила. Так, ну ладно, разойдитесь. Я говорю, ну что скопились-то? Дайте пройти. Значит так, чтоб никто из вас не заболел корью, завтра начинаем вакцинацию. Значит так, от прививок не увиливать. Иначе начнется эпидемия, и поселок закроется на карантин. Ясно вам? Ну ладно. Ясно? Ну прививка, другое дело. Так, все по домам. Маня, чтоб 2 недели носу за ворота не казала, карантин у тебя. Все, пошли, все, по домам. Степаныч, а я болею. Домам, по домам. Иди с Богом, иди в попу, да. Давайте быстрее уже. Шалава, бесстыжая. Получишь ты у меня после карантина, получишь. Молодец. Пошли. Здравствуй, папа. Ты был совершенно прав. Из меня никогда не выйдет настоящего врача. И не настоящего тоже. Никакого. Ой, стойте! А где у вас тут бар? У меня выступление.
Ё-моё! Ты чего ты? Мне лекарство надо. Башка трещит хуже, чем с бубна. Чё она мне такого вколола, зараза? Кто вколол? Доктор Шатая. В следующий раз, говорит, вообще замочу. Ну-ка, отойди. Да встань ты сюда! Давай, Руха. Чтоб башка не трещала. А еще раз не полезешь, я к тебе не то что с снотворным, со скальпелем приду. Врачи-убийца. Замочат, пикнуть не успеешь. Здрасте! Здрасте. Здрасте. Я Дима, ваш стриптизер. Вы мне деньги перевели, вот, пришел отработать. Какой-то некондиционный товар. Порченый. Да я его просто машиной сбила. В общем, выступать он не может. Предоплату я верну. Обойдемся. Алло! Алло! Иди сюда. Накорми мальчонку. Ну, пойдем, мальчонку. Пойдем. У нас сегодня спецзаказ. Закрыт. Посторонним вход. Запрещен. У вас выпить ничего не найдется. Ну, так, чтобы выпить и все забыть. Найдется. Мама выходной просит. Степка его утомил. Ну, если с утра до вечера командовать, как генерал на плацу, конечно, утомишься, да? Возьмешь завтра Степку с собой в город? В кино сходите? Разве я завтра еду в город? Разве нет? Я так поняла, что тебе надо главврачу насчет этой докторши вашей новой. Ни о чем, по-твоему, я должен донести главврачу? Ну, почему сразу донести? Не донести, а рассказать, сообщить. Чтобы ее убрали от нас срочно. Почему? Да не почему. Подумаешь, Маню из-за нее чуть не сожгли. Подумаешь, профессии своей ни черта не соображает. Подумаешь, тобой норовит командовать, как будто право какое имеет. I gotta tell you.
Максим! Прости меня, пожалуйста. Как-то все сложно очень. Я очень переживаю. Взорвалась. Прости, пожалуйста. Ну, ничего. Пойдем домой, там, наверное, Степка не спит. Угу. Уснул-таки. Извиняюсь, доктор. А я вас давно жду. Что случилось? Нет, все хорошо, слава богу. Я решил, за вами послала. Забери, говорит, девочку, пусть к нам перебирается. Ей, ну, то есть вам вредно в одиночку в этой халупе сидеть. Машей слушайте. Пошли. Рита! А давай вы со Степкой не поедете в Испанию? Давай втроем куда-нибудь съездим? Ты возьмешь отпуск? Ну да, почему нет? Имею право. Поедем завтра? Ты шутишь? Нет. Сядем в машину и прямо на море поедем. Втроем. Степка был бы счастлив. Но завтра все равно не получится. Мне нужно отчет сдавать. Давай через неделю. Подожди, пусть Галя отчет сдаст. Поедем завтра. Вот что значит 5 лет не отдыхать. В отпуск собираешься. Как будто спасаешься бегством. Спасите наши души. Корабль идет ко дну. Максим! Да что ж ты делаешь-то? Ой, ой, ну полегче. Ну ты ж не фашист. Ой, ну что ж ты? Да, ой. Максим, ну что? Ну что ты, Максим? А что происходит? Катя, сейчас завтракать будем. У вас все в порядке? Что здесь происходит? Массаж. Массаж? Массаж. Ой. Катенька, сейчас завтракать будем. Угощайтесь. Это мои любимые лимонные дольки. Все. Сегодня вам полегче было. В прошлый раз кости так скрипели, все сороки разлетелись. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Максим Юрьевич. Следующий сеанс через 5 дней. Эх, раз попал в руки мастера, надо терпеть. Максим, может, позавтракаете с нами? Нет, спасибо, мне пора. Мне, наверное, тоже пора. Пациенты ждут. Я думаю, вы ошибаетесь. Да, вы правы. Я в последнее время часто ошибаюсь. Повторим сеанс через 5 дней, не забудь. Максим, отблагодарить бы. Да перестань, ну чё ты, надоел. Садись. Я, наверное, пойду. И пусть меня съедят серые волки. Кто это вас серыми волками напугал? Слушай все это. У нас в лесу все волки считанные, лишних давно перестреляли. Я оклемаюсь, потом поем. Это другие волки, которые Катьку 100 лет назад съели. Она коров на поле пасла. Да.
те самые. И вообще, были на самом деле волки. И Катька никто не знает. Все эту историю рассказывают по-своему. А я думаю, что вообще не было. Коровы волков потоптали и Катьку спасли. И от этого и получилось. Катьки на поле. Приятного аппетита. Катенька, Леша. А где люди? А вы, небось, думали, что здесь будет очередь за прививками, да? Ну да, и я не понимаю, почему никого нет. Ну, так ясно же. Каждый думает, что с ним-то уж точно ничего не произойдет. Вот. Здесь все, у кого с Маней были контакты. Производственные и бытовые. Откуда у вас этот список? Ну, я только что от нее. Состояние нормальное, картина болезни, хоть на выставку. Я продукты ей привез, так что дома она будет безвылазна. Продукты. Я что-то об этом не подумала. Кстати, насчет эпидемии и всеобщего карантина, вчера я просто припугнул. Но вот этим прививки нужно сделать обязательно. Да, конечно. Катя, вам лучше сегодня никуда не ходить. Ну, дайте поселку отойти после вчерашнего, как после пьяного угара. А мы со Степановичем список разделим и обойдем всех. А я никого не боюсь. Да вам не нужно никого бояться. Катьке на поле может быть жестоким по глупости. Но злопамятным оно быть не может. Вы уверены? Да. Юрич! Ну сколько... Сколько тебя ждать, Юрич? Список не забудьте. Спасибо. Степаныч, где ты там? Давай поехали. Ты на нее запал? Запал? Степаныч, ты часом не заболела? Сыпь не наблюдается? Температура в норме? Запал. Так, Степаныч. А как же Марго? А Степка? Разве так можно? Садись в машину. Антош. У тебя зимняя шапка совсем износилась. Надо новую купить. Надо будет, купим. И носков теплых у тебя мало осталось. Закажи злой, пусть в магазин привезут. До зимы далеко. Спи. Возьми карандаш и запиши. Почему ты ко мне? Себе и сама напишу. Потом. Ир, о чем ты думаешь? Сыночки наши. Скучаю я по нему. Ты уходишь? Угу, я обедать.
Отлично. Спасибо, что подвезли. Может, ее в город отвезти, в больницу? Ей, похоже, совсем плохо. Вам по пути? Нет, ну сгоняем, раз такое дело. Не надо в город. Спасибо, мы справимся. Переворачивайтесь на бок. Сможете? Можете переворачиваться на спину. Можно, я так полежу. Так меньше болит. И все-таки вам нужно поехать в больницу. Может возникнуть инфекция. Не будет ничего. Срок небольшой. На маленьком сроке инфекции не бывает. Ну да, да, не в первый раз. В третий, кажется. Думаешь, почему у них детей нет? Как же так? Вашу лучшую подругу избивает, вы молчите. А ты сама-то? Она тебя уговорила, ну и меня тоже. Максим тоже знает? Нет, Максим ничего не знает. Вот мой муж покойный, он тот знал. Он вообще много чего знал про Ключникова. Ваш муж, чем он был болен? Да ничем он не был болен. Он был молодой, здоровый, красивый. Чего он умер? Его убили. Рита, вы зачем встали? Галка, ты с ума сошла? Так, Марго, возвращайся на работу. Нас уже, небось, ищут вовсю. А Катя меня отвезет. Да, сейчас. Ну, мне же надо отметить. Степаныч, нам прививки не нужны. Я болела корью. Коля болел корью. Да Коля твой с Маней Мухомором никаких дел не имел. У него в городе своя такая мания есть. Ну, что ты болтаешь, а? Ну, а то ты не знаешь. Иди, сплетни не разноси. Ну, значит, две бабы с возу, ну и один кобель. Галочка. И что здесь происходит? Я вопрос задал. Что за полевой госпиталь? У вашей жены произошел самопроизвольный аборт. То есть выкидыш. Ей нужен покой и уход. Выкидыш? Опять выкидыш? Ты мне когда-нибудь родишь что-нибудь? Похоже, она давно бы уже родила, если бы ты кулаками не размахивал. А ты вообще не лезь не в свое дело. Целей будешь, поняла? Напугал! Прям вспотела, дрожавши. Меня от твоего жеребячего виду с души воротит. А бояться тебя много чести. Чё? Да чё ты знаешь про жеребячую породу? Ты? У тебя мужика отродясь не было. У тебя там чё, портрет висит этого? Максим Юрьевич? Свинья. Чего? Свинья! Да иди. Коля! 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 Остановись, Коля! Все пожалеете, а ты больше всех. Бар закрыт. Ты не понял? Я сказала, бар закрыт. Ну, хорошо. Я как раз хотел его заказать на всю ночь. Чего? Хочу сделать предложение самой прекрасной женщине на Земле. И отпраздновать с ней это событие. И кто это несчастная? Ты. Чего? Thank you.
Ты что, больной, что ли? Давно. Красивая ты, как с картинки. И молодая, аж копытом бьешь. Как ему не влюбиться? Ошибаетесь. Вы просто ревнуете Максима Юрьевича ко всем подряд. Вот и ко мне тоже. Я ревную? Да он мне как сын. Маргарита как дочь. Жалко мне ее, понимаешь? Вся жизнь ее в нем. И Степка к Максиму, как к отцу. Жалко. Максим осужден за убийство мужа Маргариты? Они там все были на охоте. Максим, Ключников, Пашка, участковый наш, Кузьмин. А подозрения пали на Максима. Он его 5 часов оперировал, я помогала. Потом, когда следствие было, приезжал профессор из Москвы. Сказал, что операция была сделана высший класс, но раненый все равно не выжил бы. Как же Маргарита с ним живет, а мальчик? Да она не верит, что он убил. И Степка тоже. Зато он верит. Извел себя за эти 3 года. Как он приехал, веселый, живой. Сейчас только и думает, как бы деньгу зашибить для Степки с Марго. О, от Юрича. Срочно приходи в амбулаторию. Случилось что-то. Юрич так зря писать не станет. Собери побольше свидетельских показаний, чтоб так и написали, что по вине доктора Снегирёвой больная Колокольцева подверглась насилию. Понял? Колокольцева? Да. Кто такая? Маня Мухомор. Соберись, кто такая? Маня Мухомор. По вине Снегирёвой. Понял? А-а-а. Подверглась насилию и смертельной опасности. Точно понял? Понял, понял. Проконтролируй, чтоб так и написали. Хорошо. Такого мужика, урода. Что это было? Это я волосы разрабатываю. Угробили, уроды. Такого мужика угробили, уроды. Вот. Маня сама себе сенсацию устроила, а бабы подхватили. Ты его похмели. Чтоб у него кукушка на место встала. Степаныч, поехали к Шемякину. Он срочно попросил приехать. Давно звонил? 10 минут назад. Я тебе написал. Чего ты? А что случилось-то? По дороге расскажу. Давай, поехали. Ее возьми. От нее толку больше будет. Скажите, вы когда-нибудь при операции ассистировали? Разумеется, конечно, не раз. Садитесь в машину. А вы что, собираетесь оперировать прямо на месте? Я надеюсь, до этого не дойдет. Садитесь. А, Шемякин, это же тот, которого собака покусала. Он самый. Он просто сказал, приезжайте. И вы решили сорваться? Он сказал, я покалечил сына. А скорую вы вызвали? Я не знаю. Сынок, бегу! Держись. Мы же приехали, не двигайся. Максим, ну наконец-то! Он посинел.
Из ноги торчит что-то, дышит плохо. Как-то произошло. С крыши он грохнулся, рука у меня, ничего делать не могу. А крышу залатать надо. Зачем я, дурак, погнал его туда? Ты так лежал, не двигался? Нет. Хорошо. Да, я папу в дом хотела, не велел. Но увидел, что нельзя. Да ты молодец. Правда. Тебя как зовут? Сашка. Катя. Для меня Катя. Кать, доставай тебе обезболивающее. Сейчас надо промыть рану. Саня! Да успокойся ты! Прости меня! А что писать? Нечего писать? Ну как это нечего писать? Докторша вас стращала? Говорила, что из-за мани весь поселок заразится? Ну, говорила. Говорила. Ну вот, уже даешь показания. А что показания? Что сразу показания? Да вот что. На тебе бумагу. Ручку. И пиши. Докторша стращала. Оказывала давление. Угрожала. Стращала или стращала? Пиши, там разберемся. Сука. Что тут у нас? А, всероссийский диктант. Леха велит на докторшу телегу накатать. Ты что делаешь? Самолетик. Аэроплан. Опа! Катастрофа. Ты знаешь, передай своему главе, пусть докторши сам разбирается. Понял? Она нам еще как соседка пригодится. Доктор Шана, по-моему, толковая. А из чего ты взял, что глава с ней разбирается? А с того, что ты без его ведома уже третий год и шага не сделаешь. Он тебя как будто в аренду взял. Да. 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 Зойка! Ты сдурел? А ты чего тут? А, ладно. Зоя, ты должна написать заявление о том, что по вине доктора Снегирёвой вы вчера чуть не сожгли Колокольцеву Марию Сергеевну. Колокольцева, это кто-то такая? Маня, мухомор, кто-кто? А что писать-то? Все же разъяснилось. Манька, он целая ходит. Ты там Коль Колечу скажи, пусть свои дела без нас обустраивает. При чем тут Коль Колеч-то? А что не он тебя послал по поселку бегать? А? Все же знают, что новый докторша на Кольку бочку катит. А ты у него на посылках. Ах, Зоя, Зоя. Так, мне работать надо, а ты давай иди. 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 Маня, открой, дело есть. Маня, открой, а то дверь взломаю. Не могу, у меня светобоязнь. Я в детстве корью переболел. Маня! Заявление писать не будем, к доктору претензий не имеем. Коль Кольевич, привет. Ты что, в детстве тоже корью переболел? Нет. Мне Максим Юрьевич прививочку обещал сделать. Обещал только? Лёш, ну не усугубляй, а? Нам семью надо спасать. Пока, Лёш.
Жена-то где? Сейчас появится. Я ей тоже с дуру позвонила. Она у тещи была. Саша! А вот и она. Как ее зовут? Люба. Сашка! 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 Люба, его нельзя сейчас беспокоить. Он спит. Сейчас приедет скорая помощь, его отвезут в больницу. Слышите меня? Потерпи, потерпи, мой золотой. А время наложения жгута зафиксировал? Чтоб не перепутали, как в прошлый раз. А ты вредно. И как вы с ним только работаете? Не переживайте. Кать скоро возвращается в Москву. Ну, тогда здравствуйте и прощайте, Катя. Больше не увидимся. До свидания. Мы с вами. А куда? В машину я вас взять не могу, если только на своей следом за нами езжайте. Ага. Машина где? Люб, в ремонте. В ремонте. Это ваша машина? Ключи в замке. Вести сможешь? Смогу. Давайте езжайте. Заводи, чудовище. А хорошая у вас машина. Давно купили? А я не покупал ее. Мне ее подарили. Серьезно? Угу. Одного парня вылечил. Он ходить не мог. Его отец купил мне машину. Алло, Паш. К дому лесника сможешь приехать? Да. Я понял, скоро буду. Да. И где ты будешь? Поехали. Соловьи. Ни разу не слышали? Ну, у нас на даче поет птица, но не так. Пашка скоро приедет, так что придется подождать. Папа, привет. Кажется, я сегодня спасла человека. Ну, вернее, спасла не я, а тот врач, о котором я тебе уже писала. Я ему только помогала. Но вот это чувство причастности к настоящему делу заставляет меня о многом задуматься. Далеко вы ушли от домика лесника? Ой, я помешал? Извините. Да нет. Односторонняя переписка с отцом. Он мне не отвечает, потому что я не отправляю ему писем. Интересно у вас отношения. О, да. Захватывающие. История развития цифровых технологий на примере одной семьи. Я помню, когда маленькая была, у нас домашний телефон был. И он, когда звонил, мы все дружно втроем так к нему бежали, смеялись, отбирали друг у друга трубку. Ну, а потом у папы появился мобильный телефон. И к домашнему подходить стали только мы с мамой. Ну, а позже у нас с мамой появился у каждого свой телефон. И сейчас к домашнему телефону никто не подходит. Ну да, мы его просто выбросили. Чтобы не мешал. А у папы и так есть мобильный телефон. Он дома только по нему и общается, консультирует, распоряжается. А на нас с мамой не обращает никакого внимания. Так вот, значит, почему вы приехали. Чтобы он обратил на вас внимание. Как всегда, правильный диагноз, доктор. А вот я, кажется, назначила себе неправильное лечение. Поэтому уезжаю. А вы остаетесь здесь без меня. Останься со мной. Мне без тебя уже никак. Ты знаешь.
Ну, у тебя же семья. И тебе со мной нельзя, ты это знаешь. Ничего. Поцелуй меня. А то уеду, так и ни разу не поцелуемся. Чего вы от меня хотите? Я тебе повторяю. Опиши все, как было. Да чего писать? Я жив-здоров, Катя передо мной извинилась. Ты это, не увиливай. Был наезд, пиши заявление. Я ничего писать не буду. Будешь. Еще как будешь. Ну и что у нас тут происходит? Да вот, отказывается. Вот тогда нам придется написать, что ты у нас на маленьких детишек заглядываешься. Вы за кого меня принимаете? Да у меня жена и дочка маленькая. Иди, заводи. Ты стриптизер. Голой жопой на людях крутишь, себе на жизнь зарабатываешь. Начнут рыть. Столько дерьма на тебя вылится, оно тебе надо? Нет. Так что мой тебе добрый совет. Слушайся, власть. Слушайся. Ну, что я говорю? Ну, что? Будем писать или как? Привет. Привет. Как день прошел? Нормально. Ну, наконец-то. Где машина? У Шемякина. А как ты добрался? Нас с Пашкой что не подвезли? Нас? Меня и Катю. Катю. Пойдем. Подожди, а как вы все уместились в Пашкину машину? Ну как, я в кузов, а Катю они в кабину взяли. В общем, все сложно. Ты на нас не в обиде? А че? Она в кабине ехала, это Макс в кузове страдал. Ничего, Макс привычный. Может, я тоже до дома отвезти? Тебя кабачки уже, небось, в розыск подали. Да ладно, все нормально, здесь же рядом. Я пешком дойду. Ну смотри. Спасибо. Пойдем? Пойдем. Людмила Павловна, это Катя. Ну вот, вроде обошлось. Температуры нет, значит, воспаления нет. Я же говорила, срок небольшой был, не опасно. Но вам все равно нужно себя беречь. Больше отдыхать и никаких резких движений. Не волнуйтесь, Катя, я присмотрю. Она поправится. Поправляйтесь.
Что она здесь делала? Ирина Петровна, здравствуйте. Катенька, как я рада вас видеть. Присаживайтесь. А Антон Сергеевич? Кабачок спит. Не мог притворяться так долго. Не мог. Со мной только и жалости. Или из-за вины. Только поэтому. Я не притворялся, мне было хорошо с тобой. Было? Я люблю ее. Катерину? Да. Только Степку не бросай, пожалуйста. Ты ему очень нужен. Я его не брошу. Он мне тоже нужен. Наш сын с детства просто бредил космосом. Читал одну фантастику. И был уверен, что доживет до полетов на другие планеты. А я раньше, когда слышала от кого-нибудь фразу «душа болит», казалось, что в этом какая-то фальшь есть. А сейчас понимаю, что так бывает. Взрослеете, Катя. Детство уходит. Ну, какое детство? Мне 25 лет. Моему кабачку 75, он как ребенок. Катенька, я хотела попросить вас. Да, конечно. Позаботьтесь о нем. Он вам с Максимом много хлопот не доставит. Простите. Да, Людмила Павловна. Алло, Катя? У нас беда. Вы нам очень нужны. Да, вы где? Я у Кабачков, но могу к вам прийти. Я иду к вам навстречу. Да. Вы меня извините, мне пора. Да, конечно, Катенька. Он ее ударил несколько раз. Ну, то есть избил? Да. Какая же скотина, это ваш сыночек. Кровотечение открылось? Ну, я точно не знаю. Кажется, да. Кошмар. Через сколько он вернется? Ну, теперь до утра не вернется. Он всегда так. Сначала бьет, потом к любовнице в город. Николай, ты далеко уехал? Неважно, кто говорит. Ты далеко успел уехать? Возвращайся, у тебя гость. У вас есть лед? Нужно что-нибудь холодное на живот положить.
Так, все, я звоню в скорую и звоню в полицию. Я это просто так не оставлю. Да что вы себе позволяете? Что я себе позволяю? Это что ты себе позволяешь? А ну пошла отсюда. Уйди. Это ты. Ты уходи. Ненавижу тебя! Ненавижу! Убью. А вы поедете? Я приеду завтра. Что-то мне плохо. Пойдем в дом, дочка. Екатерина Михайловна. Я справлюсь, Катюша. Упал, ударившись затылком о каменную плиту пола. Так? Все так. А что значит иметь высшее образование? Ударившись, ни одной ошибки. Знаешь, что это? Нет. Коль Колич, вашего стриптизера, заставил заяву на тебя написать. Со всеми подробностями. Что вы делаете? Самолетчик. Аэроплан. Ой, катастрофа. А Колька точно останется идиотом, если выживет? Ну, если выживет, то да. Вероятность 90%. 10% ему у Бога никак не вымолить. Слишком много нагрешил. Еще немного и галку бы угробил. И ты бы была виновата. А я здесь при чем? А при том, мы же только догадывались, что он ее бьет. Доказательств не было. И она молчала. Если бы это сразу нам с Максимом рассказала, может, и уцепили бы его. По работе к нему не подберешься. А тут бытовуха, милое дело. Да вы все здесь заодно. Я своими глазами видела, как Максима Ключникова деньги брал. Ясное дело, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Максик его на ноги поставил, когда тот спину себе потянул. Макс, он мануальщик от Бога. К нему отовсюду лечиться едут, даже из Москвы. А бандиты? Ключников к Максиму в амбулаторию вместе с ними приезжал. С москвичами всегда так. Видят только то, что хотят. Ну какие это бандиты? Это гонщики из Питера. Наш Коль Колич, он понтящик. Он Максимом везде хвастает. Зазывает к нему знаменитости. На, телефончик свой забери. В доме нашел. А, подождите, у меня к вам еще один вопрос. Да. Кто на самом деле убил мужа Маргариты? Теперь этого никто уже не узнает. Ключников знал, но никому уже не скажет. Такого мужика угробили. Алло. Да, Максим, что случилось? Я сделаю все, что можно. Ей срочно нужна реанимация.
Это возможно? Ну, теоретически, да. Из области могут прислать авиационную бригаду. Я звоню в райздрав. Мне сейчас пытаются договориться. Остается только ждать. Алло. Да, пап, привет. Да, это я. Пап, мне очень нужна твоя помощь. У меня больная и требуется срочная госпитализация. Да, нужно прислать авиационную бригаду. Нет, пап, я не сошла с ума. Да, пап, хорошо. Извини, я больше никогда тебя не побеспокою. Дорогой папа, я не отправлю тебе это сообщение, так что тебе не придется очередной раз раздражаться из-за того, что я отвлекаю тебя от важных дел. Мне просто очень важно знать, что я могу в любой момент взять и написать тебе. Одно. Она работает в тьму таракани под названием Катькино поле. Больше я ничего не знаю. Да, разумеется, не пишет. Я перезвоню. Смотреть. А телевизор сломался. Проектор можно. Может, есть у кого? У меня есть. Только я на стене смотрю, у меня экрана нет. Будет экран. Вертолет может приземлиться. Это берег реки, места хватит. Пап, я сейчас передам трубку моему Максиму. Он тебе все объяснит. Алло. Давай. Потихонечку. Вот. О, Ириша! Ира! Ну, хорошо. Да ладно, с балаболой. Тихо! Запускай. Хорошо. Готовы? Поехали.